Курносики! Джуниор! Отличный сегодня денек, Рогги, правда? Да, Тайо, ты прав! И начать его сегодня будет здорово, с хорошенькой заправки! Да, Рогги, у меня даже в байке урчит! Ага, вот-вот, я тоже проголодался! Поехали скорее на заправку! Эй, Рогги, подожди меня! Постой, постой, Тайо! А помнишь, нам родители говорили, чтобы мы не заправлялись на заправке у беспорядочной свиньи? Ведь у него очень плохой бензин, и им можно отравиться. Да, Тайо, а вот к хорошей заправке ехать так далеко. Да и покататься на горках так хочется, правда, Тайо? Правда. Поэтому давай по-быстрому заправимся у свина. Давай. Хо-хо! Молодежь пожаловала! Милости просим на мою заправочку! Чего изволите? Сейчас я вас заправлю! Мистер Свин, а правда, что у вас бензин некачественный? Что? Это кто сказал? Что за клевета? Наглая ложь! У меня один из лучших бензинов в округе! И вообще, бензин – это, между прочим, мой семейный свинский бизнес, понимаете ли? Ладно, ладно, мистер Свин, мы не хотели вас обидеть. Заправьте нам, пожалуйста, стаю по 10 литров вашего лучшего бензинчику. Ну что ж, молодые люди, без проблем, но деньги вперед. Лейся, лейся, мой бензинчик, приноси мне денежки. Я буду много и вкусно кушать. О, это вкусно. Так, заезжаем. Тайо, Тайо, подожди меня. Я быстрее тебя. Какой ты быстрый, Тайо! Да! И я заправился хорошим бензином. Видишь? А мы боялись! Все нормально! Ну что, Тайо, давай кто быстрее скатится с горки! Давай, считаем до трех. 1, 2, 3! Ой! Ой! Тайо! Мне так заболел бак! Даже колеса скрутило. Да, ребята, вы уже поняли, что это все из-за свинского бензина и, конечно же, из-за непослушания родителям. Ой, Рогги, что же нам делать? Таю, я даже не знаю, у меня так сильно болит бак. Эй, Таю, Рогги, я знаю выход, я вас выручу. Прям, прям. Напарник номер 1 и напарник номер 2. Выезжайте, мне нужна помощь. Прием, прием. Полицейский робокар Поли слушает. Дани, куда нам необходимо подъехать? К заправке свина. Он опять взялся за свое и возьми своего нового напарника. Я понял, Даник, выезжаем. Прием, прием, Даник вызывает суперкрылья. Прием, прием. Джет слушает. Что случилось, Даник? Возьми Пола и прилетай в сторону горки. Тут надо снять 2 отравленных автобуса. Понял, Даник. Вылетаем. Так. Слетаю. Держись, Таю. Мы прочистим баки, и они будут опять здоровы. А обманщики свинья
позаботится Робокар Полли и я. Свиню ждет них сладкий прием. Прям-прям, Полли, начинаем закрытие свиной лавочки. Сейчас эта свинья узнает силу закона. О, какой сегодня хороший рабочий день. Так, пора кассу посчитать и закрываться. Где тут мои денежки? Так, пойду куплю себе вкусненьких желудей. Да арестована свинья. Что это такое? Я не понял. Что вы себе позволяете? Отпустите меня! Я не виноват! Почему меня задержали? Что я сделал в конце-то концов? Что я сделал? Что такое? По какому праву? Вы отравили автобус Тая и Роги. Я? Этого не может быть! Может, вы арестованы. Отпустите меня. Я благодарю вас. Я хочу домой. Нет, мне моя мама приготовила вкусные котлеты с желудями. Сейчас тебе будет котлетка, только в другом месте. Полицейский Даник, а в тюрьме дают вкусные желуди? Ну и ладно, я хотел спросить, полицейский Даник, а если я сознаюсь, меня отпустят раньше? Если ты хорошо осознаешься, то отпустят. Тогда я признаюсь, да, я подмешивал в бензин некачественные компоненты. Я это... Как это... он называется? Кто отдал этот компонент тебе? Мне его продавал по невысокой цене мой двоюродный дядя. А дядю мы навестим на обратном пути. Видите, ребята, как важно слушаться родителей и не подходить всяким незнакомым дядям. Так, открываем тюрьму. Ну что, Цвет, хорошего пути. Какой же я глупец. Может, договоримся, Даник? Да, только уже через 100 дней. Ого, 100 дней! За плохой бензин! Да. Это произвол! Ребята, всем пока-пока. Слушайтесь старших. Курносики. Джуниор.